Всем привет! Вы только посмотрите, какую красоту мне отдали. Вот такую вот красотищу нынче отдают даром. Вы можете себе это представить? Сколько лет нужно растить это растение? А я мечтала о нем всю жизнь, о таком вот, именно о таком толстом стволе. Я, конечно, хотела, чтобы ствол был один, такой толстый, но здесь три ствола. Я и этому очень рада, счастлива, безумно. Она говорит, у нее девушка, которая мне дала, у нее это растение 5 лет жило, а она покупала его уже взрослым. Покупала или брала, не знаю, где она там его раздобыла. Но, говорит, он уже взросленький был, так что, говорит, ему лет 15 есть точно, судя по стволу. Не могу вообще нарадоваться. Только куда я его буду ставить, я не знаю. У меня места вообще нету, катастрофически не хватает. Но мы ведь цветоводы все равно тащим, прем домой. Любые цветульки. Есть у нас место, нету. Не думаем об этом. Найдем потом. И с горшком прям керамическим. Я просто в шоке. Там столько отростков уже растут. Прям в земле. Вот большой какой растет. Вот этот. Ну, это, конечно, я все удалю, все отростки. Вот это все подрежу, то, что ампелем. Немножко подровняю. Померила высоту 45 примерно. И в ширину также. Тоже 45. Без горшка. С горшком-то еще больше. Куда буду ставить сейчас, не знаю. На балкон, наверное, поставлю сразу. Если что, на пол пока вот на такие штучки. На пенопласт он теплый. У меня, конечно, есть пока свободное место на кухне, на подоконнике. Там освободился подоконник. Но, наверное, я его все-таки лучше на балконе буду все лето держать. Вот такая красота. Я говорю, а это знакомая моя, кстати. Она ВКонтакте написала объявление. Я вчера увидела, она написала 2 дня назад. Она еще отдавала сенсивьерию. Такую классную. Тоже вот хочу именно огромную, лет 10 ей. Но мне не досталось. А то слишком жирно было бы. И дерево денежное, и сенсивьерию размечталась, да? Лет 10, наверное, было этому цветку. Вот она отдала. Девушка какая-то приехала. Пару дней назад и забрала. А вот этот цветок она не стала забирать. Он ей не нужен. Но мне такой достался красавец. Буду растить его, холить, лелеять. А я спрашиваю, я говорю, а что отдаешь-то? Она говорит, она ребенка сейчас родила. Декретным. Ребенок маленький. И кошка у нее. Однокомнатная квартира. Места вообще нет у нее. Фиалки, стрептокарпусы в основном. А вот такие большие она не знает, куда ставить. В однокомнатной квартире, конечно, места меньше. Но у меня тоже двухкомнатная. Тоже места мало. Но стеллажи, шкафы выручают. Я, конечно, ей оставила денежку. Небольшую, но дала за денежное дерево. И заодно хочу показать, как у меня цветет хоя локи. Цветет и пахнет. Так приятно пахнет. Кофе с шоколадом. Запах просто обалденный. По сравнению с луконозой. Там он уже капельки образовываются. Липкие. Так, сейчас попробую вот так вот сфокусировать. Вот такая красотища.
Был еще один цветонос. Недавно облетел. Кстати, очень долго держатся цветы. Очень долго. Наверное, больше 2 недель. По сравнению с другими сортами. Лакуноза дней через 5 уже облетает. Мультифлора тоже долго держится. Тоже зацветает у меня вон. Но что-то пока совсем маленький цветоносик. А эта хойка вообще классная. И покажу еще, как у меня цветут фикусы. Это дельтовидный сорт. 2 ягодки осталось. Было больше, 5 штук. И он уже потихонечку отцветает. Поэтому нужно это... А, нет, уже 4. Не 2. Было 5. 1, значит, упал только. 4 осталось. Я думала, только 2. Тут они на видео совсем маленькие, а так крупные на самом деле. 4 штучки. Этому фикусу 2 года. Обратная сторона листа. Желтая, с черными точками. Это мой любимый фикус. Обожаю его. Вот с такого возраста он уже начинает цвести. Может, и раньше, конечно, начинает. Но у меня вот начало в 2 года. И еще цветет фикус коконат крем триангулярис. 1 цветочек мне выдал. Листочки пока перестал растить на данный момент. В прошлом году вообще хорошо рос. В этом году что-то у него с ростом замедлилось, но зато мне зацвел. На видео намного меньше, конечно, смотрятся эти ягодки, так они крупнее. У меня впервые цветут фикусы. А говорят, еще обычные бенджамины цветут. В хороших, прям таких идеальных условиях. Но у меня столько лет они живут, бенджамины, они еще ни разу не цвели. На этом буду заканчивать видео. Всем всего хорошего. До свидания.